Ну, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ромчик. Сегодня выйдет мое видео. Да ёлы-палы. Ну ладно, пофиг, сейчас бантикам куда-нибудь уберем. Я, наверное, сюда его можно свернуть будет. Вот эта вот панелька нам не помешает, если мы ее сюда засунем. Ну и вот, сегодня выйдет мое видео после моего отдыха канала. Я даже не готова была, да и пофиг. Вот. На моем канале 3 недели уже не выходило видео, связано это было с тем, то что связано это было просто с тем, что я уезжал в санаторий. Ой-ой-ой-ой-ой. Фейлер, все начало, как обычно. Что-то я пытался как-то с группой несколько опросов делать. Также выкладывал то, что ESL, там то, что и т.д. и т.п. Вот. Ну и давайте обсудим. Как вы, может быть, знаете, может, не знаете, но 25 августа исполняется год моему каналу. Вот, да, 25 августа 2014 года, это типа первое видео, так и не доходили у меня руки его назвать. Ну вот, смотрите. 25 августа у меня было первое видео, и, соответственно, в этом году, 25 августа, уже 2015 год, у меня исполнится год. За этот год мы добились 210 подписчиков. Я надеюсь, что мы дойдем до 20 тысяч просмотров. Ну и YouTube-аналитику я, конечно, вам могу показать сейчас, но... Вам она как бы сильно ничем не поможет, потому что у меня все упало, потому что я не выкладывал видео и всему тому подобное. Вот видите, все упало. Просмотры, примерное время, оценки нравятся. Но оценки не нравятся, упало, это хорошо. Ну и вот так вот. 194 просмотра, кстати, на SkyGrid, как заплевать. Ну вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать по каналу. Отдельного видео, я думаю, я не выпускать. Я выпускать не буду, а в чем смысл? Потому что у меня сейчас много, как бы, других дел есть, о чем дальше будет в подкасте. Это очень важно, подкаст, сразу же говорю. На год что я планирую? Будет конкурс точно. Вот с понедельника будет 4 стрима, как вы уже могли узнать. По играм там я писал. Вот, ну что же, также в группе у меня спасибо Марку Черному, он выкладывает разные там, я не знаю, как это сказать, ну типа, он тоже помогает мне развивать группу, там выкладывает разные спортивные новости. Вот, дальше, у нас есть такая, да, давайте пока вернемся к этой группе. Майнкрафт биатлон number one, это биатлон в Майнкрафте. Видео у меня были, но у меня этот плейлист закрыт. Вот, и в этом году с 25 числа у меня уже откроется эта группа, там я не помню, ну, короче, с конца августа. И поэтому будут заново выходить видео. Я, конечно, спойлерить не буду, но там у нас есть... Ну, нет, я беседу не покажу, но есть у нас беседа. Ссылка на эту группу будет в описании. Ссылка на мою группу будет в описании. Тоже здесь очень важные опросы иногда бывают. Ну и, наверное... Да, мою группу можете не смотреть. Наверное, самая главная группа — это вот эту. Вот. Не обращайте внимания на аватарку. Мы с Родионом Алиевым, с Кроссом придумали такую фигню, ну, не фигню, как чемпионат по CSGO. Вот. И на чемпионате по CSGO как раз будет... Ну, у меня были уже турниры. И эти турниры сейчас, они еще есть... То есть вот последние секунды, ну хотя вы уже не успеете, последние секунды, когда вы можете увидеть эти турниры, а я не знаю, где они,
Ну да не суть. Сейчас, если на второй странице не будет. А, ну вот. Вот такая 47 батл, первый сезон, все такое. Этого больше не будет, я удаляю. И мы начинаем глобальную рубрику чемпионат по CSGO. Также в этой группе должны быть все те, кто хотят попасть на этот чемпионат. И зарегистрироваться они должны в этом чемпионате. Ну, наверное, я вам даже покажу, как зарегистрироваться. Так, вот смотрите. Первый мой ник. Ну, я, наверное, его подкорректирую. Ну, я не знаю. Там будет префикс команды. Ну, все объясню. Я просто пишу Ромчик пока. Ну, и свой смайлик. Такой ник у меня будет. Ваша ссылка. Давайте посмотрим, как ее найти. Сам вот профиль здесь есть. Здесь где-то вверху, да, я думал, будет есть Steam ссылка. Ну да не суть. Главное, чтобы мы вас нашли. То есть вы должны быть. Я не знаю, что Кросс намудрил, но я просто пишу. Мы пишем. Я есть у тебя в друзьях. Потому что это все надо, чтобы был человек в друзьях. А если мы пишем я есть у тебя в друзьях, то все. В принципе, сойдет. А, ну и сколько мне лет? 12. Вот так. Ну и сразу же я себе пишу принят. Пипец, ладно, пофиг. И правила турнира, чтобы вы потом не запутались, ничего вдруг не прочитаете, чтобы в этом видео все узнали. Команда состоит из двух игроков. Какие команды будут? Вот какие команды будут, решиться все на этом сайте, на видео. Будет отдельное видео, где я как раз и выставлю команды. Вам главное обязательно зарегистрироваться. Кросс тоже зарегистрирован, ему, видимо, лень регистрироваться. Я сейчас за него напишу, ну потом напишу. Хотя ладно, сейчас быстро. Я есть у тебя в друзьях. Я только за Кросса регенер. Я не знаю, сколько Кроссу лет. Напишем 13. Это не суть. Принят. Ну, вот так вот. Его от сообщества зарегистрировали. Вот. И дальше. Чемпионаты проходят по системе футбольных лиг. Ну, то есть, объясню вам, как вам сказать. Вот знаете, в футбольной лиге есть там, например, первый тур, второй тур, третий тур, где в каждом туре по 8 матчей, то есть команда играет друг с другом. У нас здесь, конечно, не 16 команд, чтобы сделать точно такой же, но у нас, по-моему, будет 6 команд и 3 матча будет в туре. Ну вот, и так будет у нас 16 туров. Дальше. Нечетные туры играются на картах передовой. То есть, смотрите, туры будут проходить по системе Бо-1. То есть, Бо-1 – это один матч. А в картах передовой есть 7 карт. И карты будут выбираться системами банов игроков. То есть, например, одна команда убирает одну карту, другая команда убирает другую карту. И так каждая команда должна будет убрать по 3 карты, и в итоге останется одна карта. И эту карту они сыграют. И победи, где тут дальше написано, победа 3 очка, ничья 1 очко, проигрыш 0 очков. Вот, да, допов не будет, то есть ничья возможна, да. А четные туры, то есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, играются на картах AIM USP, AK-47 Battle, AWP LEGO. AIM USP, AK-47 Battle у меня еще были на ютубе, но AWP LEGO будет также выбирать одна карта. Да. Также будут две лиги, турнирная сетка, ну вот, 16 туров между собой, и кто больше наберет очков, тот вин. И матчи на выбывание. Матчи на выбывание – это, знаете, типа четвертьфинал, полуфинал и финал. Они будут, наверное, после каждого 5-го тура. То есть 5 туров прошло, будет этот матч. Там уже будет Бо-3, и там будет на картах передовой все играться.
Да, вот как команды, кто с кем играет, определяется на сайте random.org. Какие карты будут играть команды, решают они сами, вот банами других карт. У одной команды, вот да, самое главное, у одной команды аватарки и теги команд должны быть одинаковыми. Сейчас я вам покажу, что такое тег. Как вы знаете, у меня есть группа, вот, вот группа Ромчик Channel, но я ее забросил. И видите, тут тег RCH. То есть вот этот тег будет обязан быть у всех. То есть, ну, как бы, он обязан быть у всех, но название команды должно быть в этом теге. Как его исправить? Дальше. Чтобы написать этот тег, редактировать профиль группы. И аббревиатура. RCH. Вот. И пишем аббревиатуру. То есть ваша команда там, например, называется BP. Пишите BP. А дальше потом в CS, я думаю, кто-нибудь один из вас будет знать. Если не будете знать, как в CS включить этот тег, я вам все настрою. Ну и, в принципе, вот. Не забывайте регистрироваться. Ссылки на все три группы будут в описании. На биатлон в Майнкрафте вы не успеете, наверное. Ну, вот так вот. Всем спасибо за просмотр этого подкаста. Ждите конкурс. Кстати, сразу же говорю. Конкурс на то, что у меня юбилей каналу, будет на очень дорогие пушки. Призовой фонд будет где-то 150 рублей. Поэтому, в принципе, можно поучаствовать. Ну, все... А, да. И приз в чемпионате по КС-ке будет рублей 100. То есть на команду, не знаю, может на команду, может и на человека. Потому что сейчас я очень уверенно поднимаюсь на ставках CSGO Lounge. И поэтому спокойно могу себе покупать скины. Как вы видите, у меня здесь 261 рубль лежит. Не знаю, на что его потратить. И вот еще невыведенные скины с CSGO Lounge. Которые сейчас надо вывести будет. Ну так вот. О, все, сейчас выводить пошел. Ну и всем спасибо за просмотр, ждите новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, участвуйте в конкурсе, выигрывайте призы. Всем пока.